Разговоры о том, что улицу Вана Калама необходимо реконструировать, велись уже давно. Изначально план Таллина полностью реконструировать улицу Вана Калама, а также объединить ее со старым городом и перестроить находящуюся рядом с Балтийским вокзалом автобусную зону, вызвал вопросы, поскольку выяснилось, что предложенное для автобусной зоны решение на практике не работает. В результате департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заказал новый проект для этой зоны. И вот, как стало известно, Таллинский департамент городского планирования выдал разрешение на строительство для осуществления реконструкции улицы Вана Калама, которая предусматривает также создание возможностей для пешеходного движения между Томпуиста и улицей Нунне. Общая протяженность уличного пространства, которое будет реконструировано, составляет примерно 1 километр. Мы надеемся, что строительные работы на улице Вана Калама начнутся уже этой весной. Разрешение на строительство уже имеется. Теперь будет объявлен конкурс госпоставки на строительные работы. Само обновление улицы должно быть готово в нынешнем году, а работа над обновлением общественного пространства в окрестностях Балтийского вокзала начнется в следующем году. Что же касается территории Балтийского вокзала, то сейчас она представляет из себя оживленную пустующую автобусную стоянку, где время от времени собираются бездомные или люди в состоянии алкогольного опьянения. Город надеется в скором времени создать здесь красивый бульвар. Транспортное пространство здесь будет разделено несколькими объектами и пешеходными зонами. Сегодня площадь и автобусная остановка Балтийского вокзала больше напоминают парковку для общественного транспорта. Да и сейчас это выглядит как большая площадка, которая раньше была заставлена киосками. Теперь перед павильоном ожидания пассажирского терминала будет помещение, где довольно приятно ждать автобус, а автобусная стоянка станет более современной. Проект реконструкции уличного пространства Вана Калама основан на работе КАС Вулава, или питомник, из бюро Кава Кава ЭЮ, которое стало победителем проведенного в 2017 году конкурса идей. Ключевой задачей также является создание лучшего сообщения между Калама и центром города, а также маршрута для пешеходно-велосипедного движения между старым городом, морем и летной гаванью. Согласно проекту, переходы через бульвар Томпуиста будут наземными. Сергей Овченков, Виталий Савинский, Петр Юлевайн. Новости Таллина.